Волонтеры Гомельской области протягивают выраблять маски для медиков региона. Зараз их поставки ожидаются не только по Гомеле, але и в шерах центральных районных больниц. Работа проводится у тесным взаимодействием с облвыканкамами Галовным управлением аховы здоровья. Одна из наибольш масштабных вытворчасти по вырабу медицинских масок разгорнута у Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны. Тут задейничано все необходимое обсталевание от 3D-принтеров до лазерных установок. Значную допомогу волонтерам оказывают такие промысловые предприемства Гомеля, как Полидрев и Мультипак, которые поставляют сыровину для медицинских масок, а так само громадская организация «Белая Русь». На сегодняшний день волонтеры региона вырабили и накировали у лечебные установы больше как 1000 таких масок. Причем, апрача Гомеля, их отрымливают у районных больницах Кармы, Добруша, Рогачева, Хойников, Жлобина, Мазыра и Калинковичев. Разом с тем отзначены выпадки, коли особные вытворцы не притрымливаются технологичных потребований и вырабляют неякостную продукцию. Многим предприятиям поручили или предложили заняться данным профилем выпуска производства, то есть пластиковые щитки для медучреждений. И некоторые предоставили не совсем правильные варианты, не соблюли рекомендации врачей, и данная продукция не может быть запущена в производство. Но также есть предприятия, которые в большом объеме начали поставлять данные щитки для сбора и дальнейшей передачи. Например, предприятие «Полидрев» нам поставило уже около 600 щитков, и волонтеры из БРСМ собирают их, после чего мы развозим на медучреждения.